Глотнув свежего воздуха, я с обычным спокойствием направился в ванную, галантно уступив Жене дорогу. Чур я! Нет, я! Всем пассажирам немедленно надеть спасательные пояса и спасательные жилеты. Подожди меня! Подожди меня, Магда! Бумеранг. Мама! Жить без тебя. Только и все. Дин! Давай, Дин, чего отладу? Осторожно! Вы мне нос оторвете! Что уже? Рано уевайте, я еще сыроватый. Через полгода я совершенно освоился с нравами и обычаями этого племени. У меня даже появилась ответственная должность. Паулу Виладжо, сеньор Робинзон. Невероятная любовно-приключенческая история.